Krym se připravuje na připojení k Rusku. Místní ukrajinské jednotky jsou obklíčené a očekávají ruský útok. Rusové mezitím stále posilují své pozice v oblasti. Včera порядка 22 часов подошел старший от контингента ориентировочно российских войск, которые блокировали мою часть, и сказал, что им поступила команда убить другое место, ну, соответственно, не разглашая. Обстановка на данный момент не улучшилась, остается сложной. За крайние два дня нам вывели из строя практически все самолеты. Повредили. Крымский парламент розгодл о припоєнні полуострова к Русской Федерации а ознамил, що всіхна войска, кроме русских, будуть поважувана за окупанти. Украинští вояці прото уток очекавають каждым окамжиком а сув в поготовості.